Нынешняя зима стала для коммунальщиков испытанием. Огромное количество снега, выпавшего в московском регионе, не позволяло расчищать придомовые территории быстро. Чтобы привести дворы в порядок, сотрудники управляющих компаний трудятся с утра до вечера. Тему продолжит Богдан Колесников. Уходящая зима была снежной и суровой. Несмотря на то, что коммунальные службы обеспечены и рабочими руками, и спецтехникой, работать приходится в усиленном режиме. Эти дома в микрорайоне «Птицефабрика» на балансе управляющей компании «Содействие». Одна из крупнейших в Люберцах. Она обслуживает 406 многоквартирных домов и 117 дворовых территорий. Все тропинки, где идет только народ, все было прочищено. Все своевременно. Они чистили день и ночь. Слышишь, скребут, метут. Так что, так как у нас в этом году, да, нам природа дала снежку, такого я на своей жизни давно уже не видела. Сосульки чистили тоже регулярно, регулярно. Натягивали эти шнурки, эти красные, да, и только слышишь, долбят и долбят и долбят. Убирают входные группы, лестницы, тротуары, подъезды к контейнерным площадкам, внутридворовые проезды, парковки и детские игровые площадки. Очищают от наледи и сосулек кровлю, вывозят из дворов снежные навалы. В плановом режиме убираем места складируемого снега и основной упор делаем на места, где возможно уже по опыту возможно подтопление. У нас заключен договор с Московским водоканалом на утилизацию снега. Плюс договор заключен с организациями, которые осуществляют прием также складируемого снега. Уборка снега с дворовых территорий осуществляется ежедневно. Только силами управляющей компании «Содействие» за сутки вывозят до 300 кубов. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.